Привет! И сегодня мы будем рисовать кракена из игры mob.io. Я это обещал в прошлом видео. Я буду его рисовать в компьютерной программе Paint. Ты будешь рисовать его каким цветом? Зеленым. Что это ты рисуешь? Зигзаг линии. Они должны быть на обеих сторон. С обеих сторон. Дальше нам нужно рисовать линию. Какую линию? Прямую или изогнутую? Изогнутую. Если у тебя что-то не получается в Paint, то что нужно, как можно исправить ошибку? Нужно нажать? Покажи, где нужно нажать. Нужно нажать вот сюда. На стрелочку назад? Да. Так. А если вперед ты хочешь, то можно нажать вот сюда. Правильно. Чтобы вернуть то, что ты уже рисовал. Вот так. Две изогнутые линии. И что ты рисуешь дальше? Я буду рисовать половинчатый круг. Что ты рисуешь? Половинчатые круги. И чтобы они были по всей поверхности. Вот так. Какого вида животное, кракен? Это огромный осьминог. Дальше что? Дальше нужно его глаза рисовать. Черные глаза. А может, ты потом заливать будешь черным, нет? Ну, черным я буду заливать эту точку. У него, кстати, один глаз немножко меньше, чем другой. Серьезно? Да. Я думала, ты случайно вот такой так нарисовал. Ну, я в прошлых видео так тоже да, рисовал. Я заметила. Теперь нам нужно его раскрасить. А внутреннюю часть глаза? Внутри? Ты же говорила, что у него внутри еще круг. Да. Да ты заливаешь зеленым цветом? Да. Зеленым цветом. То есть это внутренняя часть глаза? Да. Вот. Теперь их нужно раскрасить? Да. Вот этот глаз получился какой-то не очень ровный. Почему? Ты сам нарисовал этот круг. Ты, наверное, не с помощью вот этой шейп сделал. Вот так вот. Переделай вот эту часть этого глаза. Возьми еще раз круг. То есть, чтобы нарисовать глаза, ты берешь форму круга и с помощью нее рисуешь, да? Да. И теперь какая-то часть из этого будет зеленым, какая-то часть будет черным. Да. Нужно взять специальный инструмент. Это будет ведерко с краской и залить той краской, которая нужна. Внутренний круг будет черным или зеленым? А этот меньше. Вот так. А теперь осталось просто его зеленым сделать. Залить зеленым? Да. Вот так. А вот эта часть глаза, которая белая, она так и остается белой, да, или она заливается зеленой? Она так и остается белой. Вот он такой кракен? Да. Смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще много и всего интересного.